Как всегда, в самый неподходящий момент села батарейка. В монастыре нашли немного металлолома, вот эту вот кованую гирю. Думаем, что она на 16 килограмм, потом как-нибудь взвесим. Вот такая гирька. Петли воротные, еще кованые, с коваными гвоздями. Вертляк для колодца. Потом будем делать у себя колодец. Сделаем, чтобы так накручивалась цепочка. Вот такой декоративный колодец. Еще я нашел чернильницу. Она у меня уже в машине лежит, так что я вам ее потом покажу. Ну что, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!